Приветствую вас на канале СССР GAN.RU. У нас на обзоре бинокль Norin 10x25 UCF. Никель. Комплект поставки включает в себя сам бинокль в чехле для переноски и руководство по эксплуатации. Данный бинокль обладает весьма современным дизайном. Качество сборки находится также на высоком уровне. Корпус полностью изготовлен из пластика. Причем на боковинах расположены специальные прорезиненные вставки, обеспечивающие очень удобный хват данной модели. Также бинокль отличается компактностью. Его длина составляет всего 125 мм при весе в 590 грамм. С двух сторон имеются специальный антаб, куда можно продеть ремешок. Кратность увеличения бинокля равняется 10, и обзор на 1000 метров составляет 101 метр. Диаметр входных линз бинокля составляет 25 мм. В конструкции используются призмы типа пора. Внутри трубок закачан азот, так что оптика у бинокля не подвержена запотеванию. Фокус настраивается с помощью центрального барабана. Компактные размеры и хорошее качество – главные козыри данной модели. Он поместится в любой рюкзак и даже в карман куртки. Вы можете взять его с собой на природу, пикник, путешествие, поход или на какое-либо мероприятие. Купить его можно на нашем сайте, ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был СССР GAN.RU. До новых встреч!